Это инструкция, как исправить сейв I Wanna Kill the Camellia 3, если вы перенесли игру на другой компьютер, либо переустановили Windows. Итак, вот вы перенесли ваши старые сейвы, запускаете игру. И вам пишет игра Wrong Save File. И закрывается. Открываем папку Data. Здесь мы видим наши файлы сохранений, делаем бэкап, переносим туда все файлы, запускаем новую игру. И доходим до первого сейва. Сохраняемся. Выключаем игру. У нас появились файлы сохранений. На файл Save 2 не обращаем внимания. Если вы переходили со старых версий, в нем хранится информация о кристаллах. Но если вы уже как бы с версии 1.48 опять-таки переносите, то есть у вас уже есть этот файл, то его это тоже будет касаться. Но в моем случае сейвы от версии 1.30. Но в принципе все делается по аналогии. Итак, открываем файл DSTime в любом HEX-редакторе. В моем случае это HEX-эдитор XVI32, но подойдет абсолютно любой. Теперь берем наш бэкап, открываем и здесь файл DSTime. Тоже в HEX-редакторе. Из нового файла переносим первые 4 байта в старый файл. Итак. В моем случае это 0.1, 0.6, 4e, 33. Сохранить. Закрываем. То же самое, открываем файл Save Data в HEX-редакторе. Открываем наш файл из бэкапа. И также переносим из нового файла в наш старый файл первые 4 байта. 0.4, 0.8, 0.5, 0.6. Сохранить. Ну а также, если у вас был файл Save Data 2, но опять-таки, если вы уже были на версии 1.48 или выше, то тогда в нем делаем то же самое, первые 4 байта. Но в моем случае это не требуется. Теперь берем эти все файлы и заменяем новые. Файл Save Data 2 в моем случае мне не нужен. И пробуем запустить игру. Как видим, игра запускается. И тут у нас рабочий старый сейв.